Ребят, всем привет! Сегодня у нас проект Dacia Docker, как вы поняли по названию видео. Автомобиль только пригнали с Европы, еще не растаможили, загнали к нам, чтобы его сделать. Это будет полный покрас. Работы тут очень много, как нам утверждали, что его побило градом. Но меня терзают смутные сомнения по поводу града. Капот поменяли на бэушный, крыло новое клиент купил, задний фонарь один он купил. Недалеко он ушел от Логана, все довольно похожие, есть свои новинки, но небольшие. Моторы не научились румыны, видно, еще делать, до сих пор им французы пихают свои моторы. Как я смотрел видос, валяются эти моторы по складам, некому спихнуть. И они решили румынам это все дело скинуть. Вчера делали тормоза на Логане долгом и меняли подшипники на ступицах. Видео я не снимал, так как там ничего такого нету. Система там очень плохая по поводу колодок. Столько пружин лишних, кривые какие-то. Ну ничего, мы это поменяли. Даже скопировать не могут уже от немцев, там, англичан, что-то могли уже скопировать, как китайцы. Но ничего. Сейчас вам вкратце покажу по кругу, какая машина побитая. Ну а с вас, как всегда, просмотр, лайк, комментарий. Концовку не буду, ребята, снимать. Приятного просмотра. Погнали. Еще что хотел сказать. Работы будет очень много по этой машине. Не знаю, стоит ли это снимать, не стоит заморачиваться с этим. Так как видеосъемка очень много времени пожирает. Плюс монтировать видео. И неудобно с камерой работать. Ну, не знаю. Как вижу, видео не набирает очень много лайков, комментариев. Ну, постоянно кто меня смотрит. Так сказать, мои топовые подписчики, те, которые тоже занимаются автомобилями, смотрят меня. За это я им очень благодарен. Ну, они меня поймут, что это очень тяжело и снимать, и это все делать, и монтировать. Много времени вытягивает. Зато я не знаю, буду снимать или нет. Будем посмотреть. Ладно, ребята, смотрите. Сниму вам автомобиль. Увидите. Какие машины пригоняют с Европы. Погнали. Тут у нас новое крыло поменялось. Бампер. Начнем с бампера. Тут разрыв. Поцарапано. Капот бэушный. Тоже такой уже подушатанный. Тут ямка, тут ямка. Эта сторона крыша. Вся побитая, сейчас вам ее покажу. Дверь, смотрите. Такая, как бы охотник валил по этой двери с двустволки. Тут дверца замнута. Работы, думаю, на месяц, а то и два. Смотрите бочину. Целые машины не любим брать в проект, так как это очень долго. Тут даже есть сквозная дыра. Тут замнуто крыло. Тут этот кант очень жестко побит. Тут загнуто очень серьезно. Так, смотрите на бочину. Ужасно потрепало эту машину. Задняя дверь. Тут как завалено. Эта дверь еще 7-8. Бампер задний. Тоже покоцанный. Даже петля получила. Так. Тут сгрызенный бампер. Тут также вмятина присутствует.
Это бычина. Кант. Это очень плохо, что он тут завален. Материалов сюда пойдет. Ого-го. Это боковая дверь еще. Так себе. Передние правые. Машина еще плюс грязная. Не все видно. Переднее правое крыло. Тоже досталось ему. Та сторона была жесть. Еще смотрите на крышу. Рейлинги эти нужно будет снимать. Тут вообще такое, как бы кто-то упал на крышу. Килограммы шпаклевки будет сюда идти. Вот такой, ребята, автомобильчик. Ну что, ребята, все показал. Пишите, комментируйте, стоит ли мне вам показывать. Думаю, уже аж так показывать не буду все. Как шпатель держать, как разводить шпаклевку. Буду так по дням идти, что за день сделали. Процесс уже немножко и пошел, если видите. Немножко уже подшпаклевал. Тут, кстати, вот капот, который был на ней. Крыло, которое поменялось. Быстрее всего, как мы предполагаем, этот автомобиль был перевертыш. Это 100%. Еще плюс на него дерево упало. Мы так думаем. Ладно, ребята, комментируйте, стоит ли снимать, не стоит ли снимать, показывать. Вам спасибо, как всегда, за просмотр. Держитесь, крепитесь. Всем пока.